4L – проект, который постоянно совершенствуется, и совсем недавно на проекте вышла обнова-бомба. Тут можно выбить реально годный дроп. При пополнении вводите промокод «Бригада» и получайте плюс 15% к балансу. Также на сайте есть крутые апгрейды и контракты. Думаю, ни для кого не секрет, что чем больше процент, тем больше шанс на успех. В ленте слева можно увидеть, как челы реально окупаются. Заходи и ты по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Вводи промокод «Бригада» и получай плюс 15% к пополнению. Приятного просмотра. Забирает все. Наказание играет. Считаются только розовые. Послушай меня, тварь, блядь! Красные и розовые шмотки и ножи, да? Блядь, Диман, нет. У меня свои правила на этот стрим. Какие? Хорошо. Смотри. Какая-то грязная хуйня. Кому нож выпадает первому? Так. 24 часа, блядь, да, нахуй. Ты не так должен, 24 часа, да, пиздобол тупой, подожди, нахуй, я только вспомнил, блядь. Подожди, а ты уверен, что нож выпадет, бро? У меня нож выпадал с Браво кейса и с этого, крыс, мне нихуя я, кстати, не забыл, выпадет. Ты мне 24 часа должен, нахуй. А нахуй ты вспомнил? В смысле нахуй? Не, без рофлов, мы, блядь, снимать эту хуйню будем, блядь. А так ты меня будешь сосать верблюдом, блядь. Я тебе, бля, буду, что? Нахуй. Какие верблюды? Тварь, блядь, сука, наебщик тупой, блядь. Забыл, что ли, полгода назад уже въебал. И машину, блядь, проебал. И... Нет, должен купить, ну, машину старую машину. Ну, машину я проебал. Машину я... Вот, мы подожди. Хотели контент сделать. Охуенно сделали, спасибо. Знаешь, что я вспомнил? Давай сделаем. Брат, а ты кейсы открываешь? А давай что там делаем? Давай в Дубай тачку купим. Тут же Макс еще будет. И что я с ней делать потом? Сожгем, похуй. Похуй. А не, ну я имею в виду... Найс! Сюда! Да хватит ему дать! Ну скажи, блядь! Какой у тебя кейс по счету? Пищевая цепь! Блядь, пищевая цепь, я сейчас скушаю нахуй просто. У меня шестой или седьмой? Как шестой или седьмой? Ты что, мудила? А, ну шестой кейс... Нет, я ждал тебя, я думал, ты тоже крутишь. Все, жду тебя. Не, реально, ну как, скажи, у тебя сейчас дела обстоят. Ты на каком кейсе? Шестой, бро, ну я жду тебя, давай. Все, поехали. Блядь. Открой вот эти 20 кейсов, добей. Не, открываем, брат. У нас сейчас пока поровну все. Не, на что мы реально играем? Ну все забирает, тот все забирает. Я не хочу. Слава, мне ножи выпадали на днях, я просто уверен, что я въебу. Ладно, есть гениальная идея. Давай кто проебает, тому дреды делаем. Ну какие дреды, брат? Никакие нет. Да, давай. Нет, брат, я не буду в эту тему вписываться. Мне ножи выпадали на днях. Нет, без рофлов. Тебе нихуя не выпадало. Чел. Нет, дреды я не буду делать. Нет. Какие дреды? Лондру дреды. Ой, боже, блядь. Все, просто, ребят, стрим закончим после этой шутки. Это, блядь, ну, уже после такой дреды отправляется, нахуй. Ты что, ебанулся, блядь? Какие нахуй лон дреды, блядь? Может, лон НС, нахуй? Брат, без дредов. Нет, без дредов. Нет, давай с дредами. Я тебе так дохуя торчу. Не. Давай татуху сделаем, все. Какую татуху, пиздобол? Татуху ты и так хотел, блядь. Ну да, так и не сделал, ты же уехал. Не, давай. Давай дреды реально. Не, брат, я с дредами не буду ходить. Ну какие дреды? Ну ты с ума сошел? Ты посмотри на мою ебало, брат, неделю дреды походишь, еще. Неделю чтобы походишь. Чтобы меня в аэропорту повязали, подумали, что я говно провожу или что? Неделю походишь, тварь, блядь! Да все. Нет! Кому первому нож попадает, тот выиграл. Первому нож кому попадает, тот выиграл. А, о, у нас найс правило. Сука, мне справа кейса выпадал нож. И с этих кейсов выпадал нож. Мне ничего не даст. Блядь, их не жопки нахуй. Все, кто, кому первым нож попадает, нет! Тот дреды делает. Да, я тебе клянусь. Да, брат, это хуйня. Нет, чел. Нет, ну я в дреды. Нет. Диман, сыночек. Ты знаешь, что я въебу? Нет. Нет, подожди. Давай забирай тот, у кого все у того, что... Ой, ну точнее. Забирай тот, кто все у того, что, блядь. Что ты, долбоеб, нахуй? Ты старая, блядь, пизда, сука, тортила, блядь. Целую, обнимаю, братишка. Не, без рофлов. Давай тот, кто выигрывает, забирает все то, все. Я там инсульт, ты можешь, слышишь, пульс проверить, нахуй. У тебя кто-то дома есть, бля? Старых нельзя уже дома оставлять одних. Ой, брат, это очень могу, страшная все. Хуйня, без рофла. Я не могу сформулировать мысль. Диман, да ты после стрима что-то въебал, что ли? Диман, родной, у тебя в комнате есть кислород? Срочно форточку открой, тебя, походу, слышишь, прибило, кстати, блядь. Кстати, по-моему, закрытые окрестные. Ну это самый кайф, как в комнате на кислород. Что, имущество, все деньги девушку, да? Не, давай дреды, все, дреды забились, блядь. Ну, брат, я дреды не буду, час правда, свидетель, не, дреды час не свидетель. Нет, брат, нет, мне дреды не нравится история. Здесь как раз мастер по дредам сейчас в Дубае, похуй. Брат, да мне дреды не нравятся, я в Дубае не буду делать дреды, ты будешь делать дреды, тварь, ты будешь делать, блядь, да все, забились уже, да все свидетели, блядь. Нет, брат, ой, блядь. Все свидетели, блядь. Нет, брат, дреды я не буду делать. Нет, все свидетели. Ну правда, дреды никак. Может, на лосо ебануть его?
Да хуяло, а почему его-то? Сидит! Давай почему дреды, дреды лучше, чем налысо. Нет, брат, сделайте я дреды, дреды не брат, буду. Брат, это охуенно будет, ты заебал. Брат, я не буду потом дреды потом вернешься с прищек, блядь, тебя мама не увидит, них долбоёб. Да я еду в отпуск не один, я не могу, блядь, с дредами ехать. А где ты можешь ты понять? Неважно, я не могу, с Женьком еду, который наебал и не едет. В смысле наебал? Прямом. Не, реально, не, Диман, без рук. Играем на дреды. Не, я правда на дреды, не смогу на дреды. Нет, нет, я дреды не смогу. Брат, нет. Мне похуй. Не, ты делаешь дреды. Нет. Или я делал дреды. Нет. Я, ну, типа... Да, брат, ты, у тебя и так волосы там, тебе похуй, что дреды, что не дреды. А у тебя волосы, что ли, нет, или что, блядь? Да мне не пойду, просто я не дред. Нет, это не дред. Знаешь, что не дред, блядь, ты ликс, нахуй. А почему ты на лысо не хочешь, Диман? Тебе пойдет пиздец. Мне на лысо нельзя, у меня раздражение на голове, оно будет передаваться по воздуху, там будет перхоть слетать ветром, блядь. Ты что, ебанутый? Я серьезно говорю. Споры, блядь, из Last of Us, нахуй? Да, там если песчаная буря в Дубаях, там вообще вас всех занесет. Какая песчаная буря? Ты думаешь, ты что, едешь в палатке, нахуй, с верблюдами спать, блядь, в пустыне, блядь? Нет, ну песчаные бури же бывают. Найдемте врача, все, играем на дреды, похуй, реально, без рофла, Диман, все, зафиксировали, зафиксировали. Нет, дреды не фиксируем, дреды, бро, нет, фиксация от катера. Фиксируем дреды, фиксируем. Брат, дреды не фиксируем. А ты кейс открываешь там или да, что-то? Да, да. Так нет, ты чем быстрее открываешь, тем больше шанс, что я буду дреды делать, так что ебашь. Нет, никакие дреды, брат, никакие. Мне, Слава, я тебе объясняю, почему не дреды. Мне не выпадет нож. У меня только что три ножа выпадало. Мне не выпадет нож. Брат, здесь каждый раз нулевой шанс. Нет, брат, поверь мне, у нас так не работает. Так не работает. Так не работает. Не работает. Пацаны, я уверяю вас, он увидел, как мне с Браво кейса выпал нож. Я хуй не видел, ты, правда, хуесосный. Ну все равно. Ты просто нож. Сделаешь ты ебаные дреды и все. Ничего там так. Я не буду сделаю. Делать дреды. Да ты сбреешь их, блядь, мама. Потом. Потом мне мама не увидит, тварь, блядь. В смысле не увидит? Где она их увидит, блядь? Она мне попросит, блядь? Она мне скажет, дай видеозвонок, я дам видеозвонок. Скажет, что это, блядь, жуки дубайские, длинные змеи, блядь, головные. Я не знаю, да похуй. Нет, брат, дреды заебал, нет. Заебал, ну что ты, брат, не... ну что ты так очкуешь-то, блядь? Да нет, да дреды это просто пиздец, и я знаю, что я проебу, потому что у меня ножи выпадали. Ты не проебешь, ты равно ты заебал. Найс, нож, иди дреды делай! Пиздих. Ан, шучу. Ох, блядь. Блядь, ага, значит, сам сышь, вот так вот, видишь, а меня подбиваешь на это. Не, все, ебашь на дреды, похуй. Нет, брат, никаких дредов, серьезно, ну дреды не, это реально, не брат, то. Реально, реально. Нет, дреды это не то. Брат. Я хочу, нет, я нет, хочу дред... дреды был, не похуй. Да я не хочу дреды носить, мне не нравятся дреды. Децл был сбреешь с дредами, сразу. Я и у меня плохие ассоциации. Сразу сбреешь, сделаем фотки, сразу сбреешь, похуй. В смысле сбрею, подожди. Ну это нарощенные будут волосы, типа, тебе запретут нарощенные, не твои волосы. Ну брат, ну я, у меня не будет времени в Дубаях волосы наращивать. Как, блядь, долбоёб, а что наращиваешься под солнцем, что ли, лежишь, типа, блядь, думаешь, как фотосинтез, блядь. А где? Так это нужно целый берут полдня прядь, тратить летают, на дреды. Еблан. Похуй, блядь, потратим полдня. Нет, так у меня нету столько времени, к сожалению. Блядь, брат, я поверь мне, все нормально будет, я тебе честно говорю. Да нет, бро, серьезно, какие дреды? Ну, правда, у меня, дреды, дреды, у меня с дредами плохой ассоциации. Плохие ассоциации. Не-не, все. Да не, серьезно, я тебе говорю, нет, дреды нет, брат. У меня дреды это... Похуй, делаешь стоп. Дреды. У меня стоп-фактор дреды. Я ты уже 20 говорю. Крутил этих кейсов? А, ты уже новый, что ли, начал решать момент? Ой, я змеиный укус делаешь? Бро. Да, я пока те же. Так мне просто, ну, о, найс, сланец. Вот. Мне просто ничего не дает. Забей. Чат, какой кейс открыть по номеру? У меня всего их 7 осталось. Ты можешь никакой не открывать, просто дреды сделаешь и все. Да, брат, ну, ну какие дреды, дреды? Обычно, ну, да, а, сюда. Ты представляешь, пищевая какая цепь. Будет? Пищевая цепь. Так, какой ключ, чат? Ключ второй? Окей. Все, просто делать дреды и все. Да нет, брат, дреды это пиздец, я тебе серьезно говорю, дреды не могу вписаться. Сейчас уже не тот возраст, делаешь правда. Дреды, у меня родители. У меня я не хочу, у меня, чтобы родители отвернулись от меня. Мне и так. Они я одинок, отвернулись а тут... что лет 10 назад, долбоеб, нахуй, когда ты стримить стал. Ну они блядь. Потом вернулись! Они потом вернулись! Блять, ну тоже верно. Ну, они тоже блядь, привыкнут к этой хуйне, брат. Сразу сбреешь и все. То есть ты уже знаешь, что эта хуйня будет. Это будет прикольно, брат, я тебе серьезно говорю, ты, да будешь, охуенно ты будешь охуенно выглядеть, поверь мне на слово. Да конечно, я просто знаю, как я буду выглядеть с дредами. Я как... тебе честно говорю, ты будешь нет, охуительно выглядеть, поверь мне да на нет, слова, брат, блядь. Нет, давай без дредов, бро. Катя серьезно. Говорит, ну, тебе Диману пойдут дреды, поверь, Катя да шарик конечно, говорит, в волосах. Куда там? Диман чекнет ТГ, Максидер мне пишет, сделай дреды. Максидер, анмод. Все, Максидер. О, я могу брейды сделать, в натуре, давай брейды. Смотри, слышишь? Давай брейды. Хорошо. Хотя нет, брейды, подожди, дай я погуглю, что это такое. Нет, ты уже сказал, пиздобол ебаный, блядь! Нет, блядь, еще, подожди. В смысле, нет, блядь, старая пиздятина, крысиная, дай блядь! Дай посмотрю, что это такое. Слышь, Слава, я тебе скину, как это выглядит. Будет. Телефон на ТГ-чак не под. Нет, все, Диман делает а покажи, брейды. Скинь мне посмотреть. Сейчас я тебе скину. А что, брейды это как у этого, сейчас, у Дрейка, да? Ну, я не очень понимаю, а у Дрейка что сейчас? У него дрейды. А, ну Диман, давай, Слава, да, давай так. Смотри,
Да не, брат, ну я в Сочи, только не слышишь, только не в Дубае. В Дубае я не буду на это время тратить, правда, серьезно. Нет, брат, Диван, ну мы же договорились, какой. Я же спать ночью проснешься, у тебя будут брейды, блядь. Она тебе сделает, пока ты спать будешь? Подожди, кто она? Что она мне сделает, пока я спать буду? Ну, тебе лучше не знать, там пиздец. Чел пишет, я могу в Москве сделать дреды сразу. Да не. Смотри. Да не, ребят, все. Брат, ты сказал брейди, значит делаем брейди. Это полный пиздец. Уже было твое слово, блядь. Ты сказал, давай сделаю и посмотрю. Это полная хуйта. Посмотри, это имбаланс, вот так тебе зашьем и все нахуй. Не. Брат, да поверьте мне на слово, ну это вообще разумно. Это пиздец, брат. Это же очень охуенно. Бороду тоже мне сделают. Диман, бороду мне охуенно. Подожди, бороду мне тоже сделают или что? Нормально все будет, ты заебал. Да нихуя не нормально. Да все нормально будет, блядь. Ну я тебе у говорю. У меня волос нет, все, заебись, похуй. Да все нормально будет, успокойся. Нет, брат. А у меня волосы нужны для этого, если что. Если у тебя есть волосы. Я, во-первых, постригусь перед Дубаями, очень коротко, у меня не получится. Не трогай волосы, мразь. Не, я буду, потому что я, ну, сейчас как абрикос. Диман, а ты волосы когда красишь? Ну, абориген типа такой, знаешь, хороший весь. Понятно. Неухоженный. Блин, давай так, посмотрим тебя с дредами, ну это ж смешно будет, брат. Да блин. Ну вот эти, делаем тебе брейды и все, ебаные. Нет. Да, да. Сколько они уж так спорят, блин, не знаю, мне кажется, минут 20. Да я эту девку уламываю, ебаную, сейчас меня выиграет и ебало завалит, блин. Нет, я не выиграю, потому что вот, я еще почему не хочу. Знаете, это все равно, что поставить, блядь, на Манчестер Сити вчера на победу. Да мне тоже нож падал недавно, долбоеб. Мне 3 ножа и перчатки. Мне 5 ножей сыпнуло, брат. Давай, попизди мне здесь. Я тебе, бля, буду нахуй. Спроси у пацанов в чате. Бля, ты заебал его. В натуре, Слав, чел даже пишет тебе. Хорошо покраску делаешь, похуй. Да, блядь. Все, ну что ж. Бля, ну покраску я не хочу. Я не люблю волосы красить. Типа, измени прическу, ладно, блядь. Да, конечно, я тоже не хочу. Ты сказал брейди нормально, брат. Ну, блядь, ну это твои слова. Типа, клип есть. Брат, нам нужно еще... Я тебя засужу, тварь. Да хоть что-нибудь, давайте сначала я заберу с него все эти самые шмотки, которые ему выпадут. Давай, забирай шмотки и делаешь брейды. Найс, хамелеон, сюда. Забирай шмотки, делай брейды. А нахуй тогда битва кейсов? Не заберешь? Нет, покраска и так должна была быть, и я готовился краситься, но сейчас не вариант покраситься. Сейчас не вариант, но она будет покраска. Ломается. В смысле ломаюсь? Я сказал, нет, меня уламывают. Я ломаюсь. Я не ломаюсь. Я сопротивляюсь. Это разные вещи. Поехали, ебать. Я уже чувствую, что скоро ножик вылетит. Да, конечно, куда он вылетит. Просто, блядь, косичками, нахуй, красивый будет. У меня еще и скин не продался. Я сейчас открою эти 20 кейсов, и все, бля, кончится. Ебать, говнище сыпется ебучее, просто да ужасно. Сыпется? Так я тебе о чем и говорю. Вообще ничего не сыпется нормального. Так все, брат, в чем такая проблема? Просто вписывайся в эту хуйню, и я себе делаю эту залупу. Твистер в феврале, да, будет. В январе, точнее. Какого года-то? Так. Ну, так, третьего. Давай Спектр 2, брат. Ты что открывал сейчас? Я сейчас решающий момент открываю, брат. Решающий момент. Но у меня нихуя нет. У меня вообще ноль падений, понимаешь? Ноль. Просто ноль. Что здесь вообще может выпасть? Вот так вот, если подумать. Там пиздец, брат. Я лучше не знаю. Ну что, перчатки мне выпадали. Здесь ножи. Neo-Noir. В решающем моменте ножи. Neo-Noir нет. Ну, посмотрим сейчас. Neo-Noir — это ты, ебать. Лучше озеро в лесу. Это к скиллзу. Это к скиллзу. Не, озеро в лесу — это пиздец вообще. Это же, это когда внутри выбривают, да? Ну, озеро в лесу, это, короче, понял. А, я понял, зачем я так тихо был слышно. Меня Катя скрутила, походу, да? Так лучше слышно, да? Да. Озеро в лесу, короче, это понял, это когда... Ну, короче, как будто эта прическа должна делать природа, а не ты. Короче, когда выпадают волосы, я понял. Да-да-да, это природный барбер, типа. Ну ждем, ну выпадет чего-нибудь, мне вообще ничего не сыпет, понимаешь? У меня просто сосет жестко, только я от этого не удовольствие получаю. А что получаешь? А тилт. А, пишут громко у тебя, слышишь? Пишут громко. Сейчас сделаю. Не, тише, так кайф. Да, убавь чуть-чуть, пишут. Мне пока 3 розовых выпало, но я потом вот так закрашу, сделал, кстати. Сейчас. Так лучше? А меня нормально слышно? Вроде нормально должно быть, но, по крайней мере, в наушниках у себя нормально. А ты вообще веришь, что выпадет что-то вот из золотого, быть, Слав? Ты вообще вот веришь, что что-то из золотого выпадет? Из какого золотого, блядь? Ну, из вот этот вопросик золотой выпадет в каком-либо кейсе. Ты вообще веришь в это? Ну, блядь, если только мне что-то кажется, что брейды, меня просто да. жестко сосет. Мне кажется, а? Что О, да, сосет да, да, просто. Спасибо. Димана вообще не слышно? Давай пока, Пуп. Ой, стволы какие-то выпадают. У кстати, у Кати... Не, давай реально стой. Можно тормозить сейчас, ничего не делать. Давай на что-то забьемся.
Брат, я не знаю, на что, что такое. Не, я говорю, я хочу на скины забиться. Не суетись, просто выдохни. Я понимаю, что у тебя сейчас старый, блядь, этот тремор нахуй начался. Выпей волокардина, блядь, понюхай на шатыря ебаного, блядь. Приди в себя, стой. В смысле, алло? Ничего не делай, прям на секунду остановись, на секунду, я тебя просто прошу. Ты послушай, ты тут? Давай, все, да, дыши, я здесь, дыши. Давай. Открой окно. Все, открыл, кейс открыл, брат, кейс открыл, сейчас, секунду. Какой нахуй кейс, блядь, тварь! Все, я остановился, давай. На что мы играем? Смотри, 24 часа, как обычно. 20, нет, подожди, так неинтересно, это уже как обычно, это уже неинтересно. Да в смысле неинтересно? Послушай, 24 часа ты меня уже проебал, мне похуй, мы снимаем, я тебя здесь так отъебу, блядь, ты реально будешь верблюду Анну брат, давай так, смотри, давай так, смотри, давай мы посмотрим, кто выиграет, и дальше мы с тобой забьемся, обсудим, что сделать, что нет, потому что не все можно сделать. Ты вообще мудак, ты вначале хочешь посмотреть, кто выиграет, блядь, а потом забьемся, что делать? Типа сейчас ты выиграешь, скажешь, ебать, ты себе хуй отрезаешь, блядь! Да не, нихуя, ты старая наебщица, блядь. Ты вообще с ума сошла, нахуй? Нет, подожди. Хуйню неси, стой. Все, я последний открываю, брат. Со мной открой один. Ну, стой, я тебя прошу, Дим, послушай. Один открой со мной. Давай. Не, стой. Брови брить не буду, нет. У меня там тоже перхоть. Ну, давай тогда... Я не знаю, ну ты, конечно, гондон еще тот, я твой рот ебал. Так нет, я говорю, потом найдем что-нибудь прикольное. Ну почему, брат, ну это прикольно, ну почему? Да в смысле потом? Ну, нет, ты тварь, ты мне должен 24 часа, ты мне машину должен, сука! Брат, ну потому что я дреды не смогу сделать, это я тебе просто похуй, говорю. Мне если... похуй, ты мне здесь машину покупаешь. Я бы эти дрейки или как их, брейды бы сделал. Какие дрейки, мудак, нахуй? Брейды, я бы их сделал здесь, когда я вернусь, но вот когда я куда-то еду, я с внешкой ничего делать не смогу. Почему ты? Ну, тебя на паспортном контроле, блядь, не пустят? Нет, я не буду просто делать. А типа, когда, блядь, я вернусь, один могу. Один человек пролетал, вылетает в дредах, весь татуировка на лицах, блядь. Когда вернусь только, понимаешь? Вот все, что я уеду, я не смогу. Хорошо, делать. Когда вернешься, ты делаешь эту хуйню, да? Брейды только, не дреды, а брейды. Не, ну да, но ты же понимаешь, что 24 часа, когда буду снимать... Вопрос к чату. Когда мы будем снимать 24 часа, ты просто... Ты будешь, во-первых, выпрыгивать с парашюта. Ты ебанулся? Только ты без парашюта будешь прыгать. А если я без парашюта прыгну? Ну ладно, тебе наденут нормально все. Потом интимная ты... стрижка, дружище, у меня и так все наголо. Ты если сейчас не сделаешь, ты на 24 часах просто будешь то же самое делать. Я тебе тоже скажу делать брейды и все. И ты не имеешь права отказаться, это, ну, это закон страны. Ну, брат, ну только... Какой закон? В Дубае закон. В Дубае закон. Если типа в роликах 24 часа говорю, да, нельзя отказываться. Не, реально, без рофла. Короче, за это, к сожалению, обсудим. Короче. Давай, все, делай. Дрейды я, давай, на дрейды, Слава, здесь. На дрейды, давай, на дрейды. Ты делаешь это в Дубаях, потому что ты в Дубаях. Я... Что? Я говорю, пускай машину подарит. Разберемся, малыш, давай там. Не бриться месяц, это жестко, да, кстати. Да, вот да, не бриться, да, месяц, да, это жестко. Ну, нет, так, это не жестко. Вообще. Это прям пиздец. Все, давай, кстати, не бриться месяц, но это не бриться месяц, это лучше для ролика что-то. Но это жесткая тема, не бриться месяц. Для меня это пиздец жестко. На дрейды? Ну, чат, ну просто, блин, я боюсь, что... А дрейды можно снять потом, скажите? Нет, блядь, до конца жизни, как татуировка, ебать, они влазят в кожу, блядь, как червяки, но сука, головные, виду, блядь. Их можно разобрать потом? Ты вообще долбоёб. Куда разобрать? Ты хочешь на улицу выйти, чтобы их разобрали, блядь? Ну, дрейды правильно делаются? Берутся волосы и выбриваются полоски такие. Ты вообще мудила, блядь, твои волосы никуда не деваются, ты потом их, блядь, развязываешь и все. Ну, тогда ладно, окей. Ну, только я здесь буду, блядь, делать, Слав, он не там. Подожди, а дреды ты как думал делать? Ты думал, тебе так полоски будут по всей голове выбривать, типа, как? Да! Ты мудак, тебе просто твои волосы берут и к ним, блядь, привязывают другие волосы длинные, и все. Ну, все равно длинные волосы мне это не моя тема, мне не пойдут. Мне похуй, ты делаешь, тварь, мне похуй, я тебе, бля, буду ты делать. Это брейды, да. Делаешь брейды. А брейды могут быть коротенькие, просто у меня сзади волос-то нет. Да тебе не нужны волосы, ты обмудок, ты заебал. А как они брейды сделают? Тебе ебать, тебе должно, просто скажи, что делаешь, и все, блядь! Я сказал, только здесь, не в проезд. Бля, ебать, сейчас угарная хуйня будет, если по итогу. Сейчас, блядь, ну, брат, да потому что... Я не выбью нож, потому что тебе сейчас выпадет нож, и у меня хуета будет, я тебе серьезно. Быстрее, а, охуенно, а у меня бабки кончились! Охуенно! Давай, родной, улетел нахуй! Я пока открываю! Чё за... Нет! Чё за черня? Ладно, у меня 1400 осталось, может, повезет, возьму хромированный кейс, похуй. 10 штук. Давайте закину, ты заебал, 9. Просто через сайт, через МТС. Не надо, я разберусь. Сейчас все сделаем, 9. 47 минут нытья от Ликса, нахуй. 47... Да какого нытья? Подождите, хорошо, а что мне сказать, если бля, меня пушат? Бля, приколись, Диман был бы девчонкой на вписке. Нет, я просто сказал нет, все, смотрите, я ничего не делаю, все, не буду молчать. Я просто сказал нет. Офига, мне шерпотрепа навалилась.
Диман, ну тебе понравится, ты заебал. Я сказал. Шрам заебал, я вообще молчал, в смысле? Бля, Шрамыч пиздец, так на таких мне вообще же ничего не падает. Бля, кстати, Диман, в одной из желаний 24 часа Диман говорит, не знаю, что будет. Сосать не буду, брат. Нет, ты будешь в стрипухе, каждой женщине должен киску вылезать. Ну и ебать тебя тоже не буду. Не, мне не надо, каждой женщине надо в стрипухе киску вылезать. Да 100% у тебя так, ой, все. Каждый. Можно просто по 3 раза языком провести вот так, как будто нутеллу ешь. 1, 2, 3, это тоже засчитается, понял? Диман, ты сказал, что сделаешь, так он мне накидывает сейчас дальше уже. Короче, пообщаемся. Не, это в ролик, это в ролик на ютубе. Понял, это разговор не для, ну, не на эфир. 154 повода успокоить... Плаксу Ликса. Какого плаксу? Я вообще не плачу. Я трачу. Я трачу и не плачу. Так, мне, кстати, вообще ничего не выпадает. Мне даже ножом не светит. А что Слава микро замьютил? Алло, а мне как не звонило, слышит? У тебя микро, ну сейчас слышно было. Еще у нас в начале стрима, да? О чем говорили, да? Я вчера так угарнул с клипа строго, пиздец вообще. А что за... А, вот этот... Где 7 энергетиков, так сказать. Это было смешно, я его сегодня утром смотрел. Да. Какой же Никс неприятный человек, Каспер пишет. Спасибо, Каспер. Первое сообщение. Согласен, ребят. Ну, нам с тобой, как говорится, в десна не долбиться, поэтому... У тебя кончились деньги? Я пока ничего не открываю, правильно? Нет, я же еще щит залил. Ты заебал, ты можешь нормально залить, чтобы на всех хватило? Ты, сука, Шрамыч, блядь. Брат, я пытаюсь, я сейчас еще, я сейчас продам еще что-то у меня. Шрамыч ебаный, блядь. Шрамыч. Так, ладно, сейчас продадим. Не, если вдуматься, не, у Димана есть охуенный скилл, то есть, при учете, что он уже, в принципе, является самым крысятническим человеком на планете Земля. Да за что? То есть, типа, крысы жестче вообще не бывает. Ее просто, блядь, вроде хотелось битва кейсов, а в итоге это самое душит, ну ё-моё. Так, а что мне продать? А что мне продать? Может, дигл свой продать, вот этот, за 9 тысяч? Даже не знаю. Продавать? Или нет? Какой? Ну, дигл есть именной за 9 тысяч. Продавать? Нет. Так, про маму-то не пишем, ребят. Не хуеем? А чё маму уже трогают? О, чё-то мою там трогают уже. Чё за дело, блядь, чё за дела, не понял. Так. Маму не пишем, блядь. Маму-то, блядь, куда? А то что-то. Маму куда привлекаем, ребят? Разогнались. Я еще банчик дам один, подожди. Давай. Чтобы не выебывал. Разберись с ним, родной. Мама это святое, брат. Цените мать. БДСМ, родной. Вот, цените мать, другое дело. Другое дело. Так, что мне продать? Какой скин? Блядь, пиздец, нахуй. Сейчас, смотрим. Так. Бля, я так не хочу, на самом деле, вот... Делать дреда, да? Ну надо, родной. Можно, в принципе, вот это. А ты реально не хочешь дреда делать просто из-за Децела? Да! И у меня с ним фотка даже есть, кстати. Бля, может... Подожди, то есть ты из одного человека, ты думаешь, это... Ну, я понимаю, что... Никс, я твою маму люблю, конечно, спасибо большое. Он сильно ассоциируется с дредами, но, типа, брат, ну, люди с обычными волосами тоже умирали, блядь, ты в курсе? Ну, ребят, некрасиво про маму писать плохое, серьезно. Ну, это согласен, это факт. Ну, это причем значит... Брат, я нашел что-то. Там, сейчас. Я нашел еще на 20 кейсов. Ну, из них по-любому нож выпадет. Нет, я чувствую, брат, то, что сейчас уже будешь делать эту хуйню. Ты открывай, догоняй пока меня, потому что я открыл 60... А, я открыл 70 кейсов почти. Хорош, брат. Так. Сейчас пробуем, смотрим. О, Диман, если сделаю маленькую татуировку на пальце Ликс Клоун, дашь випку? Я бы дал. Я бы дал 100%. Так. Белое родное дело, Диман тебе даст випку. О, сейчас я вот... Ты же ему дашь или тоже заскамишь, крыса ебаная? Подожди. Модера, а можно забанить долбоебика, который хуйню пил? Ладно, я сам забаню. Какой? А что он написал? Блядь, лучше не читать это. Ну, что там скажи, просто интересно. Да уже не важно. Про маму? Да. Гаси его, Диман. Гаси его, родной. Челик. Опачки. Гаси его, роднуля, блядь. Иди посиди, блядь. Замёрзли жопы, ебать, лох, дружище, нахуй. Уехал. Улетел. Маму нахуй. Не трогай, Димана, блядь. Так, все, поехали. Хорош, Диман, Диман, туда его, нахуй. Нашли, нет. Так, мы к делу. Короче, нужен скин продать. Все, найс. То есть ты сейчас не крутишь ничего, правильно? Я жду, пока ты это, догоняй меня. В смысле, я тебя уже обогнал, долбоеб. В смысле-то? Сколько ты открыл кейсов? Ну, я уже открыл все решающие моменты, все изменил курс. Да нет. Что? Нет?
Подожди, ты все решающие моменты открыл? Да, я уже спектр заканчиваю. А куда летим-то? А, не. Ты не мог так быстро уйти, потому что я открыл где-то 70. Ну, давай сейчас эти открывай. Ты покупай уже, докупай. Я докупаю. Вот, я уже докупил. Оп. О, насик. Первый нож попадает, родной, все. И желание вступает в силу. Так. Поехали. Чат, какие открыть? Решающий момент? Хромированный кейс? Ну тебе нужно решить. Тебе нужно сначала момент решить, изменить чат, этот корни. Чат, какой? Спектр, решающий момент или хромированный? Браво мне уже не даст ненадолго, я думаю. Лучше решающий? Отдадут сыграть. Ну я бы сделал татуировку Ликс. Ты сделаешь свою уникальную татуировку? С твоим? Да, бустер тебе написать. Я решаю где, да? Ну, естественно. Ну, можно. Ну, маленькую, да, небольшую, не обязательно. Да не, бардак на все ебало, просто желательно вот здесь под глазом, блядь. Давай на татуху. А можно я вот здесь набью Ликс и хуйло? Вот так под двумя глазами. А я тогда бустер хуесос вот так вот. Да, а я знаешь, набью Ликс старая, блядь, вонючая жаба, ебаная жопа, разъебанная, блядь. Из чата прочитала. Давай татуху, вот, татуха это заебись. Татуха это интересно. Ты реально считаешь, что татуху лучше сделать, чем... Ну, конечно, ну дреды это хуйня. Мне похуй, бей тогда на всю спину, бля, огромные крылья, и на ней бустер пиши. Крылья, да хуя не, бля, я на яйца... И бабочку на пояснице, бля, под жопу. Смотри, а... А можно вообще набить бустер? Еще что набить на лапки? Только бустер, все. Короче, какой кейс в итоге решающий? Давайте, все, слушаю чат. Чат, доверяю вам в этом плане, смотрим. Аву канала бустера тату. Ну, аву канала, типа... Не, я просто никнейм, нахуй. Никнейм, просто никнейм, да. Че, на тату играем тогда? Давай тату, да. Давай тогда тату. Быстрее открывать, нахуй. А, подожди, ты хочешь сказать, кто все кейсы давай откроет, нет? Или кто быстрее нож выберет? Не, кому быстрее нож выберет. А, да? Ну, охуенно, ну, блядь, мне слава не выберет. Ну, скипать нельзя, скипать анимацию нельзя. Я из уважения к тебе сделаю татуировку, но, типа... Скипать, понятное дело, что нельзя. Да, да. У меня просто я знаю, что мне не выпадет нож сейчас. А я, мне кажется, тебе выпадет. Я всегда проебываю во всем. У меня 4 ножа было. 4 я всегда ножа, всех слава. Проебываю, родной. Нереально, без рофу. У меня 4 ножа. У меня то же самое. У меня та же самая карма, понимаешь? Тебе сейчас нож выпадет через 3 кейса. Я тебе серьезно говорю, смотри. Кому больше ножей, чат, мне ни один нож не выпадет. Дреды круче. Да я тоже считаю, что дреды круче. Он очкует, блядь. Тролль, тебя забанит или извинишься? Так. Тролль, ебать. Тату навсегда, а притчу можно изменить. Так тату конечно. С именем друга, а притча-то мне нахуй. Правильно? Правильно. А ножа? А если я набью просто 36? 36, кстати, заебись. На всю спину. А как тебе 37 станет, что делать? Когда 37, ну, давай пожизненная смена моего возраста в татуха. Короче, найди просто сводить. Сразу длинненькое место боль. Найди, да. Сразу длинненькое. Да просто ноге вот так, знаешь, начиная с бедра и к пальцам, бля. Бля, брат, а приколись, я всего одну 36 набью. Ну и все. Ну блин, печально будет. Типа до 37 не дойдет. Да я не хочу дреды делать, чат. Но мне не нравятся дреды, я не хочу растить себе длинные волосы, потому что мне с короткими волосами. Ну и дреды мне не нравятся, я не хочу выглядеть как уебан. Почему думаешь, что ты будешь вот выглядеть как уебан? Ты будешь ну потому что я знаю, брат. Как я же себе делал дреды. Интересно, мудак. Я себе делал в садике дреды детские, да. Какой нахуй в садике детские дреды, блядь, ты пиздобой, да. Ебаный Андерсон, я когда блядь. Сделал дреды, мне потом воспитательница перестала со мной дреды. Спать. Понимаешь? Из-за этого. Как понять спать с тобой? Ну, типа, она меня всегда убаюкивала, спать ложила, а потом перестала из-за того, что дреды сделал. Я думал, ей понравится. То я чуть-чуть о другом подумал. Не-не-не. Не-не-не. Бля, мне вообще ничего не падает, это просто. Не тоже. Ой. Ну понял, если никому ничего не выпадает, типа ни одного ножа, просто оба дреда делаем. Да. Все-таки имя дреда уже. Такие у Славы наушники большие. Мужики, а вопрос, а я могу как-то изображение с телефонов вывести на компьютер? Именно с двух телефонов. Я думал в Clash Royale против Лимба сыграть, типа. Чё сыграть? В Clash Royale против Лимбы. А, в принципе, нахуй мне с двух телефонов. А он играет в Clash Royale? Он пиздец задрот. Да, жесткий? Да. Я думал на стримчик его позвать и ебануть.
Это кто? Лимба, за Лимба. За Лимба? Да. Ты будешь, когда в Турцию приедешь, со злым в UFC 1-1 играть? Как я его в рот выебу. Так он все время, наверное, тренируется. А, ну у меня не кончились, я думал. Так, у меня решающий момент. У меня решающий момент остался. Подожди, ладно, у тебя должен был еще остаться, у тебя должны были еще остаться хромированные кейсы. Не, хромированные у меня есть, но у меня... Сейчас я, короче, перчатки по низу продам, под самому. Чел пишет, новый пользователь-чатель, я бустер. Да, я видел. Ой, долбоёб. Вон, Максидир, да, зайди, конечно, брат. Зайди. Почему нет-то? Ликс терпила, дед твой терпила. О. Так. Ну, блядь, дед, который имеется. Такая фраза есть просто. Не конкретно твой, твоего деда уважаю, в отличие от тебя, хуесос. Ладно, извини. Блядь, пиздец нахуй. Так, короче, мне нужно продать перчатки. Мне нужно продать тебе перчатки. Диман. Да. Какие, брат? О чем ты зимой будешь ходить? Ты можешь сделать брейды на неделю, а тату это на всю жизнь. А, сейчас, подождите, я анмод сделаю. Я тоже не понимаю, он долбоёб. Он долбоёб, брат. Да делай анмод. Ты понимаешь, что это на всю жизнь? Брейды можно на твои уже волосы сделать, там каникалон тебе. Мы решим, что... Там и твои волосы, брат, ты делаешь брейды, через три дня можешь снять их и все. А так ты хотя бы мимо станешь. Я тоже делал брейды, это нормально. Максидир, скинь фотку свою с брейдами, пожалуйста. Сейчас я найду. Сейчас на стриме у Славы посмотрим ее. Сейчас я найду. Вас. Давай, скинь, пожалуйста, просто посмотрим. Ты хотя бы станешь мемом, родной, ну ты заебал. Станешь мемом. Так, блять, может мне дигл этот продать, я просто не знаю. Вообще он очень прикольный, я с него столько киллов делал уже. Ладно, я перчатки продаю, похуй. По низу рынка, Слава. Все ради контента, поехали. Заебал, Диман, это ничего такого не делаешь. Ну мне тогда рэп надо будет писать, Слав, ты ж понимаешь. Как раз Бебра, брат, Бебра, блядь, с дредами нахуй. Ты ебанулся, это вообще разъеб будет. Я не буду, я в поездке не буду делать изменения. Будешь, ты тварь, ты очко, ты сука, тварь! Очкошница старая, блядь. В смысле, я сказал, что не буду, нет. Правда. Я не могу. А, сколько в перчатке, блядь, ну поставлю 18 тысяч, я не знаю, продадутся. Чат, никто не хочет перчатки купить, пиздец, дешево продаю на 200 рублей дешевле рынка. Сколько? Уже 18. За 13 возьму прямо сейчас. Хочешь? Блин, почему они так долго улетают? А, най, все, продал сюда. Брат, поехали. Надо ускоряться, быстрее крутить. Пизда тебе просто такая, я тебе серьёзно. А то я что-то расслабился, блин, пока ты покупал. Блядь, все, поехали, поехали. Вы сейчас уже продреды? Так я, о чем и речь? Да я потому заскинул, что Диман. Ты просто их делаешь сейчас, и все. Слава, брат, я тебе сейчас перешлю фотку Максидира с дредами. С брейдами. С брейдами, okay. Слав, просто, пожалуйста. Куда ты кидаешь? Стриме. Я тебе в телегу сейчас. Давай. В телегу не спали. О, пожалуйста, покажи это мне. Боже. Вот то, что вы меня вписываете. Так, то не, они нормально выглядят, просто я там похуй улыбнулся. Ебать, челикс, нахуй, я а теперь, уже. Чат, напишите мне, что лучше, татуировку на всю жизнь, либо бреда даже на 3 дня. Бреда? Я уверен, что первое, да конечно. Какая ой, татуировка, мудак, на всю жизнь, ты вообще ёбнутый. Какие бреды, блядь. Брат, ты, наверное, точно говорил, что там в Америке что-то есть какая-то бацилла, которая поедает мозг. Вот 100%. Так, Максидир, выйди, пожалуйста, все. Не, ну правда, правда, не, на самом деле, он правда говорит. 100% бацилла какая-то появилась. Все, ты поехали. В проруби купался, она в проруби живет. Что? Нет. Бактерии. Блин, мне вообще мне. Заползла, тебе брат. Хоть что-то красное выпадало, мне вообще один ничего раз, не один выпадает. Раз выпало, брат. М-ка выпала. Nail Noir. Красное? Блин, мне вообще ничего не выпадает. Ты сосешь, я тебе говорю, ты лох, брат, ты лошара, блядь. Фультиль. Ты чё, раскучерявился-то? Тихо-тихо. Сейчас ножик выпадет, и все, и пиздец. У меня а всегда говорит, да, будет 48-4 часа. Ой, 48-4. В натуре бактерия какая-то есть, слышишь? Тебя не слышно просто. Я просто ничего не говорил тут, как будто, блядь, и нехуй сказать. Я пишет F. 48-4. Родные, 48-4 часа, нахуй. Я поплавил жестко. Так, а где моя еда? Мне кушать надо срочно. Я иначе. Начала 48-4 часа, нахуй. 48-4 часа, блядь.
Так, а почему? А, все, везу так. Давай нож, да, ебаный, уже, чтобы этот лох выполнял, да, не, не наказание, блядь. У меня, кстати, последние кейсы остаются. 10-25 минут пятого. Сколько времени? 48-4. Блядь, что у вас с этой игрой? Так хуёво стало падать, блядь, вообще. Да мне, я тебе говорю, мне все нападало с Женьком, когда мы делали. Все нападало. Ёбаный сыр, блядь. 48-4. У меня 40 хромированных кейсов осталось. Дядя Дим, будете играть в Майнкрафт? Да, будем, Буланкина. Буланкина, Катя. В смысле? Она переименовалась? Не знаю, у нее фамилия Буланкина. Я знаю, но я поэтому просто чел есть такой вон. Буланкина. Да, в Майн будем, у меня сервак даже есть. Реально? Да. Ну, не сервак, а созданный, точнее, с паком созданный. С каким паком? Из Доты? С выживания. Не файты, выживания. О, я люблю такое, блин. Да, это имба вообще. Я в Майнкрафте так-то шарю, блядь. Ну чё, Диманчик, можешь сказать, тебе глок слотом редким попался, слабьте, горят это. Чё, нож выпал? Кому? Брат, нож какой выпал, глок, блядь? Какой-то глок тебе выпал. Вот этот? Да. Спасибо, чел, что время тянешь ему. Да спасибо, какая-то красавчик. Какая-то хуйня обоссанная. Красавчик. Какой это залупа, блядь, тухлая. Слав, сделай контракты с тем, что тебе выпало. Пока, блядь, пока ты кейс открываешь, крыса ты, сука. Там я уже все открыл, Слав, все. А, ножей, ну ладно, нету. Пиздобол, ты что, вообще не вижу, сука? Нет, мне чуть-чуть осталось, бро. Смотри. Старый углевод, осталось, блядь. У меня все, у меня, кстати. А, нет, у меня еще есть это. Ты давай не пизди, нахуй. У меня еще этот есть. Суперстаса Майна, я позову, я хочу много народу выживания. Просто я хочу выживание, блин, не ограничивать одним стримом. А очень часто мы, типа, знаете, повыживали и все. Хочется там развиваться. В Майнкрафте? Ой, все. Ну да, хочется надолго. Ты реально свой, да, сервак есть? Ну, мне чел делает. Не, просто там постоянно. Надо, брат, там нужно, ну, еще, знаешь, ну, что там не, нужно. Не именно сервак, он там делает, нужно, там нужно арендует. Еще звать злодеев. Что за злодеи? Типа как я, который будет мешать, типа, он, который ебать. Нет, злодеев буду там дофига, там циклопы, там всякие древнегреческие. Не, нет, еще я буду, я буду ебать вас, понял, типа? Ну хорошо, я как злодей, я тебя тогда позову. Давай, я там я звезда, буду, я буду он со звездой 20к стоит, тебе чел пишет. Да пиздёшь, блядь, ну мужики, ну вы, ну, чё, брат, нахуй? Ну я думаю, тебя твои зрители не будут наябывать. Думаю. А чё, да, звезда, где я звезда? Это луна, ебать. Нет, это звезда вроде. Не, ну, слушай, не, посмотри на торговой площадке, сколько он стоит. А может, посмотришь мой пенис в рта? Ты не, решил на вообще деле... наебать, как лоха, блядь? Нет, почему? Посмотри просто, сколько он стоит на торговой площадке. 20 он рублей он нормально стоит. Ты проверил? Проверь. Да, да, проверил. Там цена скачет пиздец. Сейчас 20, завтра 40, посмотри. Рублей или тысяч? Тысяч. 20к, говорят, нихуя. Так я тебе говорю, проверь. Дима, знаешь, какой у тебя погонял на районе? Какой? Выебал Славика в попку? Ты с чата, надеюсь? Нет, у тебя знаешь, кто погонял на районе? Сейчас скажу. Какое? У тебя погоняло океанский мотив. А сейчас у тебя знаешь, какое? Сейчас скажу. Морис. Почему Морис? А знаешь, какое погоняло у Ленька строго? Ну? Черный галстук. Ой-ой-ой, ну да. Сейчас, Слав, подожди, еще там. Морис, это не другого чела погоняло было. Вот твое сейчас залетает. Ага. Блять, опять Морис, подожди, что за хуйня? Диван, дай другой. Бля, я вспомнил, у тебя. Не, вот, брат. Вот, у тебя знаешь какое? Океанский мотив, это вообще не твое было. Так. Я вспомнил, а у вот тебя, твое сейчас. У тебя утечка отходов, блядь. Да, блядь, а опять Морис, да сколько можно? Реально Морис, что ли? Здорово, родные. Подожди, сейчас еще разок, ну точно, не, залагало, наверное, сейчас посмотрим. Знаете, какой у Сереги десаут ты погонял? О, Слав, вот. Ты, короче, океанский мотив. Атлас. Не, надо вот этот. А у Вади Вилона смотреть какой. Сейчас откроем вот этот кейсик. Проверочка чисто. Смотрите. Утечка. Так, Слав, вот ты сейчас. Ветеран, ебать. От слова ветер. Так. Славик! Что ты сделал? Что? Что?
Да? Что с ебалом? Пыльник! И какого хуя? Погоняло твое, пыльник! Слава, пыльник! А у тебя знаешь, как погоняло говно, кусок ебаного нахуй? Ссаного дерьма, блядь! Тупое чмо, блядь, отвечатаешь! У тебя знаешь, как погоняло, блядь? Какого? Призрачный фанатик, блядь! Сколько стоит, долбоёб, сука! Какого хуя у тебя 5 ножей в ряд, блядь? Нихуя, 30-ка, брат! Ну вот, продавай нахуй все эти. Да не, о, он такой, конечно, хуёвый, но я заменю его. Ну нахуенный. Ладно, идем дальше. Идем, да? Да, он как-то странно выглядит просто. Это пыльник, он весь в говне, бля. Ладно, летим дальше, хорош. 30к такая параша, ну ничего. Сейчас второй подряд, дай папе второй подряд. Каким хуем тебе выпало, блядь, дерьмо? Я уж думал больше, у меня аж отлегло, похуй, давай на дреды, брат, все уже, да. Когда сделаешь, скажи мне, по приезду будешь, как раз я прилечу. Ну, Слав, дрейды, чё? Дрейды делаем. Делаешь. Бля, мне ещё Максидир... А что съебал? Мне ещё Максидир скинул, мне теперь ещё... Снимешь эту хуятину? Переобулся? Так я говорю, надо было подождать немножко. Посмотри. Я вижу, я понимаю, я прекрасно понимаю. А, блядь, там лица не было видно, сука. Ты хуй с ним. Блядь, ну что за говно, блядь? Да тебе пойдут, Слава. На твоем лице все будет смотреться сладенькое такое, понимаешь? Да что ты пиздишь, нахуй? И маички тоже. Да я тебе серьезно говорю, не, ну, типа у тебя... Маички на моем лице вообще никак не будут смотреться, потому что они будут незаметные, блядь. Слышишь, у тебя реально лицо подходит под эти темы все. У тебя и с дредами, наверное, пойдут. Ну, с дредами хуй знает, а дреды тебе точно пойдут. Типа, у тебя цепочки эти все есть. Это нормально будешь смотреться, правда. Ой, бля, если проблема в цепочках, кусок долбоёба была, я бы тебе купил, бля, цепочку. А в чём нахуй проблема? А что, у тебя же волосы останутся? Я не ебу хуй ты ныл, блядь. Ты прям завтра можешь взять, сделать. Ты больше меня открыл, брат. Не... Сколько у тебя кейсов осталось, скажи? У меня ничего, у меня много ещё штук, 30-40, наверное. Я смотрю, у нас правила меняются по ходу дела, да? Надо еще один ножичек для укрепления позиции, да? Да, да. Слава, у меня дохуя кейсов осталось. У меня 6, смотри, 8. 8, 24. До двух ножей ебашь. 5, 29. 35 кейсов. У кого 2 выпадает, то дреды ебашь. Где нож ебаный? Что с аккаунтом тухлым этим? Ну, блин. Купил один другой кейс, да? Слава, ты купил один другой кейс? Как один другой? Я не покупал кейсы, чат, никакие, не надо. А у тебя до сих пор дреды включены на одного человека? Да, это можно отключить. Спасибо за рейд. Сейчас допиздиться, и Слава выиграет. Да нет, да, ладно, всё, мне... ладно. Ебать мне нож навалило, блин, Слава, мне 5-й нож. Давай еще раз сыграем, брат, еще на нож. Не, все. Кому первому нож выпадет? Я тебе говорю, я сейчас пойду, закончится стрим, у тебя срать пойду, серьезно тебе говорю. А тебя рану сорвет? Ну, не, страшно было. Вот, короче, на самом деле... Давай теперь татуировку, да, брат. Алекс Коттак. Это что, это герой какой-то из мультика? Да нет. Это из новой вселенной Марвел, вот казахстанский супергерой. Понял. Так, не, мне уже мне перестает все выпадать. Слава, твой блог 20к стоит, да пиздёж. Ну просто, может быть, челы не в курсе. Мне, короче, пацаны, выпал на днях. Я не знаю, видели вы клип или нет. Мне выпало с кейса Браво за 4000, ну, за 2900, за 2600. Нож за 4000, это пиздец. Ну где мой нож, блядь? Это фуль тилт. Фультил, только нож не выпадает, блядь. Не похуй. Ну ладно, Слав, давай так, если тебе нож... Смотри, Слав, хорошо, давай так. Тебе выпадает нож, то окей, никто никому ничего не должен. Немножечко тебя подбодрить. Да не, брат, ну типа если не, спорим... Не, ну давай, подбодрим. Мы можем просто, если хочешь, что-то новое заспорить. Смотри, ты мне должен сейчас Дубай машину купить. Что здесь, они дешевые очень. Купишь не Rolls-Royce, я нашёл. Да, конечно, блядь. Ну да, охуенно. Брат, тут Rolls-Royce старые недорого стоят. Не, ну мы же, смотри, ты думал, типа, ты за 200 рублей мне машину купить? За 200 я здесь найду себе нормальную тачку. Так. Блять, старая хуй топрущаяся. А, ты здесь уже? Ой, у тебя домофон. Хеллоу? Бля, ну где мой нож? Ты что за хуйня? А уже пришел. Бля, слышь, это точно курьер? Я такую хуйню видел у Янчика. Да, знаешь, Янчика такого блогера? Нет. Ебало, это курьер, оставьте у двери. Он говорит, ну выйдите, пожалуйста. Не слышал. Так.
Блять, ну. Так. Блин, я сейчас пиццу буду есть. Ой, ножичек залетел за тридцаточку. Откупил, кстати, перчатки. Брат, ну давай, попробуй. Ты можешь докупить еще кейсов. Давай так, покупай 10, браво, и открывай. Не-не, подожди. Надо выпить, сейчас, брат. Вот есть, так, есть хромированный кейс, понял? Вот он хороший прям. Сейчас я их еще 40 штук куплю. Блядь, ну почему я такой лох? Еще надо купить кейс с перчатками. С перчатками это самый разъеб. Пацаны, а в змеином укусе, да, перчатки? Перчатки самые недооцененные кейсы, потому что если перчатки попадают прямо с завода, они полмульта стоят. No. Слава, открой браво кейсы. Мне с браво нож. Да, блядь, тебе нож вообще со всего падает, ты прущаяся, сука. Яб, кто помнит момент, когда мы на стриме у Вади открывали кейсы в Brawl Stars, и мне Леон, или, ой, не Леон, кто-то мне выпал золотой, и я в конце выиграл всех, это пиздец было. Нас там 7 или сколько человек было? 8. Там еще кофе был, варпач. Поехали. Поехали, честно, в этой теме, да, мне везет, на самом деле, мне везет. Браво, браво, Слава, тебе нужно открыть 4 кейса браво. Сейчас сделаем, брат. Поверь мне, 4 браво и... Надо выбить, надо выбить этого дерьмеца, брат, подожди. Пожалуйста, прошу. Давай, родная, давай, роднулечка. Любой ножичек, прям любой. Ну что за хуйня? На татуху ебашим? Да, открывай, открывай, тебе надо камбэкнуть. А я спокойнейший. Ты видос включал с Леоном. Он тебе не выпал, вроде. Нет, мне выпал, я же выиграл там. Видос я тоже включал. По-моему, тебе нихуя не выпал, по-моему, видос рубал, блядь. Нет, мне, я же выиграл, вы что, не помните, что ли? Блядь, старый ансамбль ебаный. Пожалуйста, пожалуйста, блядь. Пожалуйста! Нет, не выиграл, ну ладно. Как ну, блядь, ну не может такого быть. Ну почему столько-то невезения, блядь? Это в КС было? А может в КС, тогда соглашусь. Тогда соглашусь. Тогда может... соглашусь. А, на КСе, да, это было? Спасибо большое. На КСе, да, это было? А, значит, на КСе. Пожалуйста, блядь. Кто кушает, тоже приятного аппетита, ребят. Пожалуйста, да, пожалуйста. Да, возможно, это было на КСе. Да, мне в конце, по-моему, ножа дало, да? Ножа дало. Где видел, короче, так. Блядь, ну что давай, уйди, обещай, нахуй. Приятного аппетита, брат. Спасибо, спасибо, спасибо. О, ну где нож? Ну не можешь такого быть, блядь. Может быть. Так не работает вселенная, блядь. Сейчас будет, Слав, подожди. Он рано или поздно должен выскочить. Сейчас будет. Да не-не-не. Сейчас выскочит. Да не-не-не. Ну-ка. Прошу прощения. Будь здоров. Ладно, похуй, сделаю дреды, блядь. Так, понял. В принципе, не так уж и плохо, блядь. Блядь, я так рассчитывал, что они у тебя будут, нахуй. Спасибо, чат. Смотри, я с тобой сделаю. Да, хочу, конечно. Дрейды. Ну только, блядь, я не, правда сам не в Дубае. Ну почему не в Дубае, брат? Ну пожалуйста. Ну давай, ну так охуенно ну, будет, ну давай, брат, на месте решим, давай на месте. Дубай это самый разъеб будет, наоборот. Ну представь, ты себя с дредами, блядь. В том-то и проблема, что я знаю, как это будет. Это будет охуенно, брат, в этом весь и прикол. Это будет просто незабываемая хуйня. Старый пёрный пишет. А мне не купить чат, это значит мне все. А, мне надо обновиться, да? Не, ребят, вы должны понимать, что в его возрасте уже ну, никакой державы нет, там попка ничего не держит. Там уже все из аноса выпрыгивает, бля. У него говно вылетает, чтобы вы понимали, без его желания. Не у, него просто сфинктер разжимается и говно вылазит. То есть он уже ничего не решает в своем организме. Это все возраст. У стариков так работает. Нет. Какой, что он мне покупает, блядь? Да я понимаю, что невозможно покупка. Вы хотите? Да, я хочу убрать инвентарь. Пожалуйста, блядь, ну прошу тебя, нахуй, ёбище. Фу, поехали. Давай, давай, родная, ебать, давай, давай. Так, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Понятно, чё, говно убираем. Ебанное, блядь. Бля, просто сейчас мне сейчас одни перчатки могут все купить. Могут. А ты какой крутишь? Покрути чуть-чуть, браво. Змеиный укус, змеиный укус. Он 2500 рублей один стоит. Я знаю, ну сколько у тебя есть?
Сейчас закину еще, и покручу. Просто они могут, прикиньте, браво, сейчас что-нибудь насыпят прикольного. Ну, блядь. Я просто, чтобы открыть эти кейсы, продал все, что вывел в последний раз в кейсах, которые, так сказать... Я всем советую My CSGO, то есть. Я все, что вывел на последнем стриме, все продал, нахуй. И вот сейчас я все въебал, блядь. Пожалуйста, блядь. Ну, сука, ну хоть что-нибудь. Почему у меня, блядь, даже у Димана лучше, чем у меня? Это пиздец. Ебать, Диман хавает. Не, ребят, Диман это вообще, это животное, блядь. Да я кушать хочу, ребят, я не кушал с утра. Вы представьте, как он нахуй набрасывается. Как сумасшедший, блядь. Просто. Но уже не набросишь, я уже поел. Он как голодное животное, блядь, прыгает прям с яйцами, глотает его. Неважно, какой длины. Когда я ем, я глух и нем. Когда я ем, я глух и мем. Диман, блин. Хорошо. Да. Так, у меня остается еще немножко кейсов, Став. Ебаша. Смотрим. Блядь, да что ж такое-то? Сколько у меня? У меня еще, знаешь сколько? 8, 13 штук у меня. Блядь, неужели этот аккаунт настолько проклят, блядь? А тебе вообще что-нибудь выпадало дорогое? Один раз перчатки выпали. Ну подожди, выпали, я помню, тебе один раз выпало, как только кейс какой-то вышел, тебе что-то выпало нормальное, нет? Перчатки мне выпали, самые ебанутые в мире вообще, самые лучшие перчатки, которые только существуют. Показать? А сколько? Да. 600 тысяч. Реально? Да. Вот смотри. Вот эти перчатки, прямо с завода. Ебать, что с перчаткой слева? Чё она чёрная, блядь? Они 600 стоят? Ебать, что это такое? Такая, износилась, брат. Мне какое-то проклятие. А ты чё, подожди, а они тебе давно выпали? Ух ты, ебать, а что она чёрная, бля, хуёвая, Слав, что ли? Подожди, Слав, они тебе давно выпали? Блядь. Подожди, а? Когда выпали? Давно, смотри, брат. Подожди, а ты их не стирал? Не стирал, их надо стирать? Ну, а блядь, конечно. Сейчас я тебе ссылку скину. Да что с ней такое, блядь? Такая брат, же не стоит 500 по-любому перчатка. Смотри, брат, я тебе сейчас ссылку скину. Перешлешь мне эти перчатки трейдом, я их постираю. Ага. Все, давай, отправляй. Все, блядь, спасибо, Диман. Пиздец, я обосрался, думал, он пизда перчатка. Да не, вообще восстановим, как новые будут. Сейчас отправлю. Да, блядь, что... А чё, КС прачечная, отмываем. Как говорится. Так. Блин, ну все, у меня тоже пропало. Ну, блядь, ну что за хуйта боссаная, блядь. Ну один ножичек в тварь, блядь. Ой, ну что ты не докручиваешь-то, ну докрути. Ну, блядь, ну это просто прикол ебаный. Хорошо, давайте. Сейчас, секунду. Ничего не упадает. Я сейчас еще крафтить буду. Это Dragon Lore, блядь? Блять, ты видел, сколько крафты сейчас стоит? Помнишь, как мы раньше часто крафты делали? Да. Сейчас гумнир за крафты стоит 1500, нахуй. А я не знаю, почему сейчас не крафтить. Ну, можно же не обязательно гумнир, можно. Ну, а что крафтить, брат? А что можно закрафтить вообще? Вот чат, что можно закрафтить? Я прикольно. Вот хочу Женьком закрафтить что-нибудь. Хуй мой, закрафти. И тебе рекомендую. Не, я тоже хочу, но мне надо посмотреть, что можно закрафтить. Посейдон и М-ку, например. Надо у рейдера спросить. Ну да. Драгон Лор. Нет, какой Драгон Лор, блять, я замечал. Типа гунгнир точно уже анрил крафтить. Вот дикую лилию вот эту ебаную гунгнир. Вулкан можно, слышишь? Дикий лотос, я не знаю. Реально. Поехали, блядь. Какой смысл вулкан-то крафтить, блядь, на 2000 стоит? Давай, может, тогда еще этот, блядь, янтарный градиент, нахуй, пистолет. Ух, шит, старый, ребят. Ох уж это старая, блядь, смегма, нахуй. Вулкан 2К? Да не. Наверное, подороже. А, подожди, вулкан, да, вулкан. Не вулкан, а как он называется? Африканская сетка. Подожди, лотос. Бля, давайте африканскую сетку на стриме закрафтим. Если у тебя есть деньги, ты можешь, ну, позволить? Брат, я могу прямо сейчас у тебя на стриме. Да ну нахуй, пиздишь.
Ты только пиздишь, чел, блядь, а тебе нет ничего. Брат, у меня сейчас столько розовых штучек, смотри, я тебе сейчас просто закрафчу при тебе, при всему чату покажу сейчас крафт. Поехали. Так, последний кейс. Ножик забираю. Ножик забираю. Давай, пожалуйста, говно, блядь. Ставьте молодого лица. Вот, теперь я иду в крафт и просто... где контракт, думаю? Что мне выпадало? В контракте. Розовый. О, мне фиолетовых дофига. Блядь, всё, мне погнали. Когда-нибудь что-нибудь выпадет в этой жизни или нет, блядь. Ну это уже не смешно, нахуй. Тело... Ну, тебе должно выпасть, брат. Закрафти дреды Димана, блядь. Я теперь себе дреды нахуй закрафчу. Сколько у тебя денег на счету? А вот закупай еще. Возьми браво кейс, я говорю. Надо, ну, показать Габену, что ты готов вкладываться, понимаешь? Так он не будет. Ой, блядь. Возьми пару браво кейсов. Оп. Куда уже, брат, больше вкладываться? Это полный пиздец парочку, вообще. Парочку, брат. Я вот игру только вношу обоссанную. Это самое, блядь, большое наебало в мире, блядь, донатить в эту CSGO обоссанную. Поехали. Попробуй, блядь. Тебе нужно показать, что у тебя есть бабки, понимаешь? А так сейчас, он видит, сейчас что я ты, это сделал. Ну, я по кропалям грызешь, понимаешь? Я клянусь, что я все сделаю. Я клянусь, я все сделаю, блядь. Сейчас все будет. О, нихуя себе красная линия закрафтила. Как бабки, я увожу скины сайтов и продаю их в Стиме, да, я так и делаю. Нет, за две сток красная линия закрафтилась, нормально. Нихуя, ты на повышенных крафтах, родной. А, он еще стартраковский, слышишь? Ну, он стартраковский? Нормальный. Да, калаш, красный. Пиздишь, красная линия? Да, закрафтилась с фиолетовышей. Да я не знаю, сколько я вложил. Нет. Так это же дохуя стоит, нет? 2000. А, 2000 всего лишь? Я вообще думал, что он дохуя стоит. Хорош. Стартрак это разъебно. Так, а теперь... Блядь, сущий сыр, нахуй. А, мне не хватит, да? Ну почему, сука, ты ничего не падает, ты ебаная? Ни одного розовенького, да, не хватает. Пацаны, с кем следующим можно битву сделать из нормальных людей? Что значит из нормальных людей? Ну, типа, не с тобой уже. А, понял. Со мной. Так, так. Так. Так, мам. Найс. Ну давай, ты залуп, это ебаная, блядь. Так. 20к стоит красная линия, родной, 20 тысяч она стоит. Блядь. Тебе ебать занесло. Да 2000 он скрафтился, красная линия. Стоит. Проверь, нолик, еблан. Да я посмотрел. Ты походу осмотрелся? Нет. Ладно, сейчас ебашим браво. Дайте 20 кейсов ебашим последний. Ну какой 20к, пацаны, вот же, вы же видите, нет? Вам не видно? Блять, я ж посмотрел. На экране вылез. 2000 она, 2000. Так. Бля, надо как-то КС-ку собрать, поиграть. А сколько пинг? Ну, 130 небольшой. Скромненький 130. Ну, если каким-то образом 4 ключа осталось, а у меня 6 осталось. Так. Так 20к написано, брат, все пишут 20к. Ребята, она не стоит 20к. Как сейчас не стоит 20к, на торговый, 20к, на торговый написано. Я на торговой площадке посмотрел. Ну, 2000
Она стоит. Ну, блядь, ну пожалуйста, ну... Эй, эй, эй. Я, конечно, понимаю, что, ну, скамит иногда КС-очка, блядь. Скамит. Но не настолько. Я люблю, когда девушки плачут и сосут. Что это за хуйня? Может, это нолик потеряли? 250 тысяч, что ли, за 250 рублей? Мне тяжело сказать, не слава родной. Ебанешься. Охуеть. Вот, вот вам и крафты. Ну, город блядь. Как крафты? Занесло, пиздец. Не, заносит тебе серьезно, брат. Я еще 4 кейса возьму, у меня есть планирование. 250 тысяч пишут, брат. Так, я, ребят, короче продаю кейсы покупаем. Подожди, а брала кейсы, самое дорогое что, нож или что? Там же не нож самое дорогое. Я хромированный возьму. Там, по-моему, как раз таки самые пиздатые это... Коллаж, да, коллаж. Давай попробуем, ладно. Хромированный кейс 3, а сколько мне взять его возьму? Твоя духа... духовка. О, блядь. За что маму-то? Ну, я не знаю, а за что он мою? Блядь, тоже верно. Это вообще непонятная история. Нахуй твою маму душит, блядь? Ну, в плане. Дай ты нож-то, а. Какой нож? Ты вообще охуел там? У тебя уже есть нож. Я еще хочу один. У меня крафт был неудачный, можно и... Блядь, браво кейс открывать. Как будто браво кейсов нихуя не может выпасть. Да браво, брат. Ну сколько стоит огненный змей? Сколько стоит огненный змей? Брат, просто поверь мне, возьми браво, 4 браво кейса и открой. Сколько браво кейс стоит? Тебе с них может занести нормально. Браво кейс стоит 2500 рублей, а самое дорогое, что у него сможет выпасть, 70 тысяч, да, стоит? Там пиздец может выпасть, брат. А статрек может выпасть огненный змей? Конечно. А-а-а. Понял. Открывай. Десяточка. Рокстар. Смотрим. Давай, пожалуйста. Шатаем, 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 шатаем. Дай ножа, братишка. Какой шатан, бля. Ясно. Бля, Диман, это не рыбалка, подкормить он решил. Ну, слушай, все работает, мне кажется. Мне-то с какого-то хера выпадает уже четвертый или пятый, не пятый, да, нож получается? Так. Ну, пятый, короче, золотой значок, я не знаю. Сейчас еще и шестой может выпасть. Я бы так не расслаблялся, ребят. Сейчас покупаю на все бабки, короче. Так. Сейчас проверяем, проверяем. Сейчас должен 23 тысячи залететь. Конечно, пиздец комиссия. 30 тысяч потратил, 23 500 за что залетело. Ну, комиссия хорошая, но это с учетом погрешности. Пологин он. О, а мог стволики мне дать прикольные. Ладно, как хочет. Ликс, почему такой сейф? Дружище, слежу за собой, спортом занимаюсь. Подмышки это правда, ежедневно. Это правда. Киску лежит, конечно же. Киску лежу. В каком трек этот? Так. Пиздец прикольный, да? Вы, кстати, в курсе, что это трек про хуй? Какой? На самом деле. Встал, вставал, падал. Реально? Ну, конечно, про пенис. Это у меня на тапе сказал он на студии. Так. А соло знаешь просто? Теперь каждая вторая хочет рядом быть. Главное, чтобы ночью крепко спать. Что? Блять, меня наебал, ну, что ли? Да, еще ножик. Все, ребят, остался один ключ и один кейс. Я сейчас его так затрясу контейнер, что он охереет. Сейчас трясем. Раз, два, три вверх. Раз, два, три вниз. Дима, мне только что скинули контакт агента и написали, зовут Лана. Она здесь, кстати, можешь с ней пообщаться. Думаешь? Так. Да. Ну дай ножичек. Ай. Поднятие духов. Да, брат, все, мне ничего не выпало. А ты делал пикэм? Пикэм? Да. Что такое пикэм? Он такая прогноза? Ну, на мажор, да, пикэм не делал. Почему? А зачем это надо, я забыл? Ну, просто предсказать, может быть. Угадаешь.
А что такое Viewer Pass какой-то и 3 сувенир токенс? Это токены можно будет зачислить кому-то? Да, потом там на это, на Болгу перечисляют. Она сказала, что не хочет быть рядом. Теперь каждая вторая хочет рядом так, быть. Так, так, так. Активировать пропуск. Блин. Ой. Так. Все. О, все. И сделай пикемы свои, интересно, просто у тебя пройдет или нет? Бля, как же... Блин. Нифига синевы столько здесь у меня. Охренеть, пацаны. Охренеть не встать. А девочки есть в чате? Можете плюсануть, пожалуйста. Есть девочки в чате? Конечно, есть девочки в чате. Меня пиздец девочек смотрит, я уверен. Вижу, вижу. Все, открываем, вижу, короче. Да. Сколько такое там? Ощущение, что мы вообще в цветнике, получается. Конечно, брат, у меня очень много девочек. Но у меня хуй жирнейший. Ты браво купил кейсы? Я 10 штук покупаю. Давай, я жду именно браво. Браво, Диман, долбоеб нахуй. Браво. Эврика. Так, найс, еще фиолет выше. Погнали, так, 10 штук браво. Хватит? Ебать, просто 25 тысяч на ебаные коробочки, блядь. Ну, слушай, они тебе могут сейчас дать. Смотри, что. Давай, открывай. А, у тебя они покупаются только, да? Бич, я поймал свой баланс. Теперь. Нихуя не надо делать. Так, потратить жетоны, да. Матчи. Прогнозы легенд. Прогнозы этап претендентов. А что? На что нужно ставить? Перетащите ваш выбор сюда. Какой выбор? Тут ничего не матчи, ничего нет. Как вообще пикем сделать? Так. Пикем тебе нужно. Чат, напомните, что там надо? А, обнови. Обновить надо. Справа кнопочка будет обновить. Толкни там обновить будет. Ага. Ага. Да не, нихуя. Да, 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 должно быть. О, да, да, да. О-о-о. Так, 3-0. Так. Кто выиграет 3-0, по твоему мнению? OG. Так, оп. OG? Да. Пуда? Хотя нет, знаешь, да, знаешь, как надо делать? Хотя да, вот так, OG. Клауда 100% пройдут, Виталити пройдут. ЕГЭ пройдут. Беги пройдут. ЕГЭ сложно будет. Аутсайдерс пройдут. Предмет убрать. Грейхаунд 0-3 улетят. Моуза пройдут. А, беги с замены. Пройдут. Спиритов нет. В смысле? Бля, вот это на самом деле прикольный челы. Bad News Eagles. Это кто? Ты знаешь их вообще? Ну, такие, типа, прикольные, они играют как-то потеют себя. Сейчас скажу. А, Фурия, так, ёпта, 100%. Хотя, не, ладно, по сравнению... Я лето ну, хорошее сейчас, делаю, сейчас ребят. Скажу. Сейчас я еще розовенькое скрафчу, может, что нормальное даст. Баланс. Еще и розовенькое, что будет. Бич, я поймал свой баланс. А когда начинается мажик? 30-го или что? Первого, нет. Первого же, да, числа мажик начинается. 31-го? А, 31-го. А там сначала какие-то... А там отборочные какие-то, слышишь? Или там сразу уже... Как вообще? Я просто не помню, как мажор устроен. Там вначале какие игры будут? Или там сразу все команды ебашить начнут? Там, по-моему, несколько... Ну, типа, параллельно матчи идут. То есть в один день Best of 1, типа... Типа групповые этапы, там швейцарская система, вот это...